же вновь, что балконная дверчик приоткрыта, и кисейную тюль в окно, где пыльный июль выдувает капризный сквозняк, не скрывая свою любовь, то не светит танцует риориту, веки полуприкрыв этот странный мотив, позабыть не могу я никак. Плыла ты над нами через страх и озноб, через восторг побед Аргентины, далекой привет. Ах, Риорита, как плескалось алое знамя в нашей юной стране, был каждый юный вдвойне, где все это не было и нет. Катерина, там... Что? Девочки? Ира, что ты плачешь? Да иди уже скорей. Надя, Варя. Там еще наши. Ни одного живого. Вот хоть документы. Ни могил. Ничего. Как Миська. Знаешь, я папу совсем мало помню. Так, обрывки какие-то. Но одно запомнила. Как он кому-то. Что солдатам могут убить, у него участь такая. Где война, там смерть. А память, память должна остаться. Он жив.
сюда! Надя! Наш! Прыгните все на землю! Кителяска! Я вижу, вижу! Пошли! Скидывай, говорю! Немцы, товарищ Таенко! Тихо! Держись! Консумия! Консумия! Але шне, але шне! Ком, ком! Алес! Schneller, schneller! Bewegt euch, ihr faulen Schweine! Rennt! Wer ist das, Offizier? Кто из вас есть коммунисты und Offizieren? Ihr gesucht einen Offizier! Halt! Mitkommen! Los geht's! Sitzen! Schneller! Alle sitzen! Los! Alle sitzen! Russische Schweine, sitzen! Sitzen, halt! Wer ist noch Offizier? Wer ist noch Offizier? Да. Хорошо. Звонят. Звонили. Николай Ильич. А, машина уже в пути. А вас на какой фронт? А вдруг на Москву? Говорят, это сейчас самое главное направление. Если вы вдруг встретите моего Семена, не оставьте его в беде, Николай Ильич. Да, разумеется. Мало времени, Коль, поешь. А колбасочку? Чего же вы колбаску не едите? Дорогой вам человек. Надь? Нас нас ли! Ком mit mir mit, wenn jemand sieht, dann muss ich schießen. Stopp! Вы что? Mitkommen! Вы что, пленные? Schneller! Ну, а ты что, в лесу хотела остаться? Пропадете тут, дырёхи. Главное, не говорите, что вы в армии были. Гражданским, мол, домой идете. Что же вы не сбежали, если вас в лес сюда без охраны пустили? Куда тут сбежишь? Они повсюду, только что в лес не суются. И не ходить было. У нас раненых половина деревни, а это хоть какая-то доеда. Thank you.
До сих пор не верится, что все это со мной. Форма машины к подъезду. Дивизия в подчинении. Даже как-то не по себе от таких почестей. Знаешь, самое странное, что я рад. Война – это то, что я умею. Also, кто ви, куда, откуда ты? Я знаю немецкий. Мы школьницы из Москвы, возвращаемся домой. Были на каникулах у моей няни, когда началась война. Ваши родители коммунисты? Воюют? Мои родители убиты до начала войны, ее тоже. Господин майор. В медчастях. Пусть работают. Мрут сильно. И лечить их нечем, и кормить. Здоровых тех еще оставят, а этих в расход. Вы что? Они же слышат. А кого теперь обманывать? А ты, девка, зря свой немецкий выдала. Теперь они тебя точно не отпустят. Ты ж к ним вроде как на работу, а? Или как? Слышь, воспитанные люди и красавцы. Видала? Ты что? Ты что такое мелешь? Валя. Ритка, красотка. Да не жилец она. Осколком ее в живот. Рассказывали, будто при генерале каком-то скакала, вся такая из себя. А потом в переплет попали, то ли первая бомбежка, то ли рукопашные вблизи увидела. Так в миг сюда и стало. Стой, куда? Огонь. Ладно. А во что? Только быстро. Эй, русские, вернитесь. Стойте, я с вами в Москву. А сейчас все умные туда бегут. Генералы с коммунистами из города сбежали, а комнаты пустые. Один черт, что тут под ним ходить, что там. А так хоть поживу по-человечески, а? Мы с этой втроем не дойдем.
твоем-то еще с тобой как-то можно было, а это... Хромай, куда? А ты иди. Иди. Раньше нас доберешься. Адрес ты запомнила? Да. Там спросишь Глашу. Передашь, что мы живы. И добираемся. Поняла? Поняла. А мы сейчас передохнем и дальше пойдем, да? Как там? Держись, Надя, давай. Вон, Надя, 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 смотри, там мосток. Нам через реку надо. Что? Не могу, не могу, не могу. Надо, Надя, понимаешь, надо. У нас с тобой документ. Миди, Ритки, остальных. Надо, понимаешь? Пошли. Отто! 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 Отто, давай побыстрее. Отто! Отто! Майн Гот! Да где же ты, Господи? Ты идешь или нет? Отпустите нас. Мы идем домой. У моей матери никого не осталось, кроме меня. Отпустите. Давайте. Вставайте побыстрее. Ну уж. Давайте, давайте. Дурочка. Подымайтесь. Быстрее. Ну уж. Что, испугались? Вас так учили стрелять людям в спину? Хочешь туда? Плыви. Ну же. Плыви. Боишься? Давай, быстрее. Давайте, плывите. Ну же. Вперед. Вперед. Давайте. Ну же. Плавать, плавать. Все бегают, кругом паника. Болтают, что вся власть в Куйбышеве. Нет, не верю я, Глаша. Не верю я, что Москву отдадут. А у нас гости. С новостями.
Здрасте. Здрасте. Козу Варвара и Антонова Надежда ваши будут? Да. Так вот. Нет их больше. Немцы убили. Мы же вместе шли сюда. Я вот... А они не дошли. Что ли? Баба, а чего у вас горе? Иди, иди за мной. Вон они наши убиенные. Одна и вторая. Вторые сутки уже спят. А ты их, значит, уже похоронила, да, мадам? Чего ты глаза вылупила? Варежку на квартиру разявила, да? Жебесть. А ну давай, давай. Трещи отсюда буклями, пока я тебе ноги не повырывала. И совести у тебя ж хватает приходить сюда. Вещички свои забери, и чтоб ноги твои здесь больше не было, сразу! Ягоза. Так, горяченькая подоспела. Тетя Кать, вы что-то важное мне хотели сказать, а я заснула. Не волнуйся, прочти. Жива. Жива, мама. Примите, так вообще долго жить будет, раз мы ее в живых не числили. Товарищ полковник! С бойцами в ротах я уже пообщался! Куда? Ну, с вами. Куда? Товарищ, что ж творят, а? А голову смерть его! Бойцы вас хвалят, да и начальство тоже. Все говорят, ты с Антоновым поговори. Скажите, а что было самым трудным по возвращении в армию? Самое трудное – это не лезть на рожон. Все же надо из личного опыта. Я понял. Как накрывает, а? Не продохнуть. Еще один вопрос, Николай Ильич. Нет, нет. Вот вы. Комиссар Круг. Николай Ильич вон там. Гляньте, вон. Дайте, дайте. Вон! Больше знаешь, лучше пишешь. Засекли! Куда? Куда? Назад! Убьют! Назад! Назад, кому сказал! Теперь мы с вами! Курсанты, стройся в шеренгу. Эй, девки, куда? Еще заморозите сечу, а ну строй. Ишь, приспичилось.
Сначала перекличка, а потом все остальное. А родить нельзя годить. Не знали, дядя командир? Ишь ты, дядю нашла. А ну быстро в строй становись. Товарищ главный командир, а вдруг мы школу окончим, и войне конец? Под Москвой немцев жарили? Генерал Мороз за вас сейчас воюет. А весна придет, немец попрет. Так что войны и на ваш век хватит. Здрасте. Здрасте, товарищ командир. Здрасте, здрасте. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, линию держи. Вот так. Равняйся! Смирно! Меня зовут Марк Санч Кога. Ваш старшина. А вот уши беречь надо. Слуг для радистки – это главное оружие. Не хотела, как немцы в карикатуре, товарищ старшина. Отставить разговоры! Шаг вперед! Направо! 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 Встать в строй! И в строю гробовая тишина. Можете называть меня Марзяныч. Что за смех в строю? Отставить! Хотя вы и так меня за глаза будете называть Марзяныч. Направо! Казарму! Шагом! Марш! Кому приспичило, можно бегом. Спасибо, товарищ старшина. Ребят, я с вами, подождите. Я первая. Отличились войска генерал-лейтенанта Каратеева, генерал-лейтенанта Трагмента. Глаша. Да? Принеси четвертую тарелку. А мы гостей ждем? На всякий случай. А вдруг Николай? Ну, поставлю, мне не жалко. Вот. Коменданта дома встретила. Принято решение о возврате квартиры Николаю Ильичу. А меня, значит, на улицу. Ничего, что я вдова, что мужа больше нет. Меня, значит, пинком. Ира, подожди. Ира, стой. Ира. И прекрати Семёна хранить. Извещений еще не было. У нас нет пленных. У нас есть предатели. Уж лучше смертью храбрых, чем так, без вести пропавших. Так, давай раздевайся. Раздевайся, раздевайся. Давай, давай, давай. Потому что Новый год, и тебе меня жалко? Давай, говорю. А куда мне потом? Будешь жить, где и жила. Понятно? Сейчас чемодан распакуем. Давай, и что выдумала? Садись. Сейчас разберем чемоданы. Ну что стушевались? Это из летного училища «Орлы-соколы». Наши соседи. Так что знакомьтесь, сегодня можно до часу ночи. И потом сразу в казарму. А то в тыквы превратимся, золушки. Так, значит, чтоб вести себя, блюсти. В общем, вы сами все знаете. Жаль только, снабженцы с формой подвели. Не одежда красит человека, товарищ Марзяныч. Налево. Вольно. Шагом марш. Козырь. Я. Ко мне. Что это? Ты вообще соображаешь или нет? Отдайте. Это не вам, а маме было. Я знаю, что маме. А куда? Ты со своей анкетой чудом попала в нашу школу. Вылететь хочешь? Значит, вылечу. Но писать буду. Не имеют права не отправлять. Что?
Это этот артист, Надька. Это он. Надь. Пойдем ближе, подойдем. Я... Молчушка! Живая! Молчит, молчит. Но когда надо, я знаю, Надька у нас добьется своего. Выбрались все-таки. Я искал вас. Надька еще твою гармошку героически вынесла. Ну, да ладно. А я смотрю, ты на новой воюешь. Гармошка. Скоро буду летать. Ты лучше расскажи, как ты до своих добрался. Человек 10 нас тогда уцелело. Ранены были почти все. Своим вышли, а потом до самой Москвы. Надя, Варя, за вами. Что ж ты, Козуб, со своими письмами подкузмила всех? А куда? Товарищ сержант, а куда вы их уводите? Отойди, курсант. Так праздник же! Может, я с вами поеду? Отойди. Отойди. Сержант, сержант, спокойно. Это мой, наш. Выпил лишнего. Отдыхайте. Ага. Куда лезешь, дурак, стой здесь? Товарищ сержант, а разрешите поинтересоваться, куда вы увозите этих милых барышень? Приказа обсуждать это не было. Пройдемте. Ну все, Леха. Это арест. Екатерина Афанасьевна всегда знает, когда вы появитесь. Подарков-то под елку привезли. Спасибо. Я ж проездом, по сути. А? До 5 утра всего. Ой, хорошо, слава богу. Только девчонок нету, жалко. На учебу уже уехали. Жалко, думал, хоть сегодня. Спокойно. Спокойно. Данилкин, военкор. Вот, Кать, класс, принимайте гостя. Какого гостя? Я при исполнении. Работаю над материалом. Будни. И главное, праздники героического комбрига. Да ну все, гоню, он как лист за мной. И главное, сыплет словами зазря. А как же вы так без жены, без семьи? А они без вас там в Новый год? Жена моя, это работа. Вы нас куда везете? Вы скажите, как есть. Нам что, Новый год на Лубянке встречать? А у нее отец Антонов, комбриг. Не слышите? Слышите? Черт. Пойди глянь, что там происходит. Слушай. Товарищ сержант, толкнуть бы. Выходите, помогать будете. Давай. Сели мы.
Давай, давай, давай. Вот так. Сейчас. Бежим. Вот так. Бежим сейчас. Куда? Куда-нибудь. Ты с ума сошла? Давай. Давай, еще. Куда? Стой, Варя! Куда? Стой! Хуже сделаешь всем. Ой, ой, да, господи, так скользко. А ты дура, Варька, куда побежала-то? Рванула и поскользнулась. Ой. Поднимать? Ты чего вообще? Ну-ка, поднимать. Давай, 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 толкать. Толкать, толкать. За действия его бригады под Москвой Николай Ильич был представлен к ордену боевого красного знамени. Главное, сам-то не скажет. Скромный. Вот особо болтливых я ведь сейчас... Умолкаю, умолкаю. Иреночка, может, вам шампанского налить? М? Ну, налейте. За тобой? Я открою, открою. Ой, здравствуйте. Вы посмотрите, какие гости к нам на огонек. Товарищ майор. А у нас все в самом разгаре. Так. Здравствуйте. Я сейчас все организую. Здравия желаю. Здрасте. Здрасте. Штрафную? Да. Штрафную. Ну, если штрафная, тогда давайте, Николай Ильич, тост о женщинах. Красиво только приказы умею. За жен. За матерей. За всех наших любимых. Терпение вам. Это адрес редакции и мой рабочий телефон. Спросить Данилкина. Данилкина. Так жалко, не получилось. Я ведь лично товарища Ермилова просила, чтобы он к празднику девчонок как-то... Но зато он со школы помог, их брать не хотели. Кушайте, кушайте. Спасибо, спасибо. Ой. Папка. Папа. Папочка. Товарищ майор, задание выполнено. Больно, может быть. Ну что ж так поздно? Вот это да, товарищи, слушайте. Прекрасный групповой снимок может получиться. Товарищ Антон, поверните. Может, вы хотите? Ну-ка, ну-ка. Папа. Внимание. Внимание. Вот гад! Ты куда прешь? Здесь закрытый объект. Здравия желаю, товарищ Марзианыч. Надя Антонова и Варя Козук вернулись. Мне бы повидаться с Надеждой, которая... Да не все дурехи с Надеждой. И нечем по заборам лазить. А ну пошел отсюда! Пошел! Письмо. Передадите, мне просто суток пять на губтвахте сидеть за самоволку. Быстро отсюда, я сказал, быстро! Одна нога здесь, другая там! Пошел, я сказал! Ой. Надежде, передадите. Кому я говорю? Пожалуйста. Пошла! Акробат чертов. Терехов, ты тут? Понял. Я только на минутку, Терехову письмо передать. Да, давай, только быстро. Терехов! 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 Чего? Лёш, не спишь? Отоспался на год вперед. Тогда танцуй, письмо тебе. Тетка, которая продукты возит, передала. От Нади? Ага. Дай сюда. Ага, сейчас. Погоди, 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 я почитаю. Здравствуй, Алексей. Спасибо за сердечное письмо. У нас с Варварой все неплохо. А Варя это та, которая вторая? Паш, я когда выйду, я тебе морду разобью. Антонова! Я? Будь... На, держи. Спасибо. А что вживую-то не встретитесь? Ну, а то только письма писать гораздо. Здравствуй, дорогая моя.
Молчушка. У нас тоже учебная пора. Без устали осваиваем небесную премудрость. Скоро выпуск. Надеюсь, что попаду в истребительный полк. Чтоб тебя защищать. Защищать твой сон. Защищать твою жизнь. Чтобы ты у меня была счастлива. Если помнишь, Надь, в Харькове у меня осталась семья. От них по-прежнему. Нет никаких вестей. А вот у меня для них есть. Только когда сообщу, что я встретил самую лучшую и молчаливую девушку с прекрасным именем Надежда. Хватит. Тоже мне Лев Толстой. Надя не видит, а они и рады. Это личное. Да мы как роман это читаем. Может, у нас этого и не будет вовсе. Потому что у нас на фронт скоро. Спать всем. Чё смотрим? Отбой. Спать, спать. Спать, спать. Отбой. Ухода в сторону Беллинга и с одновременным изменением ведущего в составе группы. Вот. Подобный маневр будет неожиданным для зениток противника, что позволит неожиданно появляться над полем боя, срывать прицельный огонь со стороны земли и атаки истребителей противника. Вот. Так сказать, творческий подход. Как фамилия ведущего звена? Терехов. Алексей Терехов, лучший курсант! Не-а. Ты представляешь, а я где-то... В училище сегодня проверяльщики приехали. Так что не отпустят его пташук на свидание. Ерунду не говори. Они как только стемнеют, сразу закончат свои полеты. Это мамин подарок. Он удачу приносит. Да вы соображаете вообще? На улице мороз. Это же первое свидание. Какие уж тут портянки-обмотки. Красота. Ну все же глупости. В туфельках идти. Зато загляденье какое. А ты чего злишься? Что не тебя выбрал? Да я вообще больше балалаешников люблю. Ну что это гармошка? А что это здесь за модельный салон? А, я пойду, Марк Саныч. Можно? Марк Саныч, вы же сами написали для нее увольнительную. Да? Терехов! У тебя шасси не выходит!